Удобная дорога в этих краях. Улица шоссе. И это не один участочек, самый плохой, который я показывал, а действительно вся такая. Вот это вот так называемое Бахчисарайское шоссе. Внимание. Мы едем по шоссе. Ну, за шоссе, я помню. Там другие виды варенья, чем... Там? Ну, посмотрим. Да, там боярышника есть, чем чабреца. Понятно. Касса, я вижу знакомые, это касса. Да кто бы сомневался, что там такая есть тут. Идемте. Вот начинается тропа на Большой каньон. Поскольку мы приперлись рано, нам повезло. И мы пройдем без этих ребят. Я думаю, что они работают с 10. Ванна молодости. Да, нам идти на цифру 6. Я по-бырому. И пойдемте быстрее, пока не заставили платить. О, социальная украинская реклама. Ну вот, мы в потемках идем. На Большой Крымский каньон. Пролезли в 9 утра. Без кассы. То есть бесплатно. Что не может не радовать. Камень достопримечательность, что ли. Юра, ты так особо к перилам-то не доверяй, сильно не приваливайся. А ну как не выдержит. Ступеньки перильца сделаны исключительно для вида. Первые 50 метров. Дальше они, конечно, кончаются. Так что облагороженная территория превращается плавно в малооблагороженную. Судя по страшным плакатам, мы подходим к смотровой площадке. Да. Каньон. Красиво. Красивое ущелье. На берегу которого течет вода. Здесь настоящая скала. С деревцами. Красиво. Хочешь на лесенке залезть? Она опасная. Это, наверное, как в виде гамака. Такая странная лесенка, да. О, какой тут есть мостик. Над ущельем натянутый. Но что-то мне кажется, что ходит по нему исключительно со страховкой. Так и есть. Дверца закрыта, и оно правильно. Мостик шаткий, не вернешься, костей не соберешь точно. Ну какие. Это вот река. Во время зимы здесь река. Весны, в смысле, и половодий. Просто дождя. Так, ну это небольшой каньон Крыма. Еще один дырявый бук с дуплом и выходом в ветке. Но тут ребенок, конечно, не пролезет уже. Никак. Ну и, конечно, вот. Это вот река Ралманчук. Боже, большой каньон туда, налево, дальше. Здесь, наверное, купаются туристы иногда. Сейчас еще слишком холодно, чтобы купаться. И вот Крым первый перед по этой тропе сегодня. И это здорово. Нет, толк. Как радует отсутствие людей, да? Жужжки такие. Сбились в кучку. Да, интересно. Кучкуются. Такие вот они жучки. Забыл, как они называются. Вертянки или вертячки. Что-то такое. Прикольно.
Вот она речка. И мы идем дальше. О, мы здесь. Яблоневого года. Потом будет источник Фания и ванна молодости. Ага, вот туда 6-й километр, туда 5-й километр. Вот нам на 6-й. Как вернуться туда, откуда пришли. Ой, красота какая. Чёт ручеёк. Красивая, чистенькая речка течёт. Красота. Идем по красивой тропинке. О, а вот и мох кентиналис. На камнях растущий, очень красивый. Он здесь тоже встречается. Забавно. О, это вот она и есть, что ли, ванна молодости? Или нет? Здесь уже вполне можно купаться. А, нет, это еще только источник Пания. Источник Пания это. До ванны молодости еще чапать. О! Смотрите, как из пустого хорошим мхом. Появляется вода. Тут стояла часовня. Короче, вот это вот подземный источник. Он один из самых мощных в Крыму. Это самый большой крымский родник практически. Вот, самый мощный, больше всего воды дающий. Вот он такой источник Пания. Камни, камни. Камни, чисто камни, и вдруг вода. Вот так вот из камней появляется вода. О, красота. Много воды. Ну, более чем очевидно, что там должны быть пещеры. Из которых этот источник Пания, собственно, и вытекает. Вот такой вот этот источник Пания с водой из ниоткуда, дающий практически реку. Ну вот, посмотрев источник Пания, мы идем к ванне молодости. Да, сколько разлагается лесник? 15 лет. Логично. О, какая красота. Прозрачная, прозрачная водичка. Ну, в общем-то, я бы сказал, даже глубокая. Но мы идем дальше. Ванна молодости где-то там. О, аж вода матовая становится. Столько этих жучков летишит тут. Обалдеть, да? Все крутится и крутится.
жук-вертячка или вертянка, так он и называется, вот этот вот. Вон, все они в кучку сбиваются в одну общую. Прикольно. Видимо, нас боятся, стремаются. И жмутся друг к другу, думают, так безопаснее. Все какие-то ванночки образовались, естественные камни. Да, промоины такие красивые. Дать лапку? Да, здесь получается точка, потому что натоптана. Да. Оп. Необычный каменистый ландшафт. Да, скала, конечно. Вода промыла камень. Красиво. Ну, какая красотища. Как тут у нас течет водичка. Чем-то похоже на Карелию, да? Только там не белый камень, а гранит везде, да? А так на нашу Карелию похоже. Иногда, да? Как там? Не помню, как эта речка называлась. Недалеко от Ляски ли она находится. Да, вот такие вот бассейны с относительно чистой водичкой попадаются. Красиво. Елки-моталки. В этих маленьких ванночках, наверное, водичка нагревается чуть теплее. Таким симпатичным камушком. Красота. Мы движемся к ванне молодости. Неумолимо. Такие вот тут корни поручни. О, как тут термос, костерчик, люди. Вот она, ванна молодости. Утро доброе. Мы до нее дошли. Быть. Вот она, ванна молодости. Вот мне типа положено купаться. Ну, наверное, можно по-бурому, при большом желании. Трик-скок, трик-скок. Вот красивые горы, какие ванны молодости. Вот такие вот виды тут открываются вверх от ванны. Действительно красота. И вот она течет, вонит вся эта ванна. Из себя. Температура воды 11 градусов. Но я сейчас по-бурому попробовал получше. Очень круто, могу залетать. Да.
Фу, какой идиот. Нет, это так не пойдет. Туда можно лезть только очень быстро. Не думаю, что стоит. Глубоко. После этого идиотского поступка с заныром в ванну мы выдвинулись обратно. Глубина ванны 3 метра. Температура 11 градусов к этой милой водичке. Ну, что есть, то есть. Вот это да. Конечно. Ну вот, теперь я буду вечно молодым. Идиотом. О, мы видим первых туристов. Рассказав встреченным туристам про то, что мне было 100 лет, до тех пор, пока я не окунулся в ванну. Вот, мы выдвинулись дальше. Это сыр? Сыр? Это сыр или камень? Ну вот, мы действительно были первыми, кто посетил сегодня эту ванну. Мы молодцы. Глубина 3 метра, температура 11 градусов. 11 градусов, и мы да. Испугались? Да. Вот расскажите, Вань, что не холодно. Да нормально. Мне было вообще 100 лет. Видите, какой я теперь. Ну. Мне было 100 лет. Лайфхак. Как нести мокрые трусы? Дабы не мешали. Помочь? Ты так забавно это делаешь. Каждый омолаживается как может. Да. Это надо снимать, да. Ощущает, ноги-то разъезжаются. Ты сейчас на шпагат сядешь. Нет, совсем порву, блин. Лови ее. Да не прибухнула я. Точно, кто-то прибухнул. Когда немного прибухнула, покажи, как легчите. Вот я пока нырял, ты скажи честно, вино пробовала, да, там дегустировала. Еще не знаю, какие деньги. Да кто-то был тяжелый. Вот такие же, да, красота. Вот этот мощный источник паня. Ручеек. Маленький. Родничок. Я бы сказал, что речка, которая течет, она куда слабее этого источника паня. Который здесь вырывается на свободу.
Вообще, конечно, тут гарантированно есть пещера, из которой этот источник, собственно, и вырывается. Как-то так. Пустынки на нас. Растущий в чистой, быстро текущей ледяной воде. Мох, растущий на камнях. Бывает красивый, длинный. Длиннющий. Нет, как в ледяной воде растущий. О, какой корень тут торчит. Дерево. Две ящерки разом. Одна вот тут. Ого. Другая вот тут. Большие дракончики. Красивые. Вот так. Да. Две штуки сразу. А что там, что там? Ящерки. А. Три. Сразу. Похвали. Красивейший мох. Тут денежное дерево. Сюда кладут деньги. Твоя рука. Точно. Надо так встать. Вот так вот, да, игроков. Прикинуться деревом, да. Как его мороженое не купишь? Ну, да по-любому. Ну, не хватает мороженое. Угу. Красивые цветочки. Ну, в общем, мы почти у выхода. Ну, в общем, нагулявшись по странному достопримечательности, называемый Крымский каньон, искупавшись в ванной молодости, мы выдвинулись обратно на Эпетри смотреть холодную пещеру, возможно, посетить зубцы. Но об этом мы еще подумаем, хотим мы туда или нет. Сегодня более внимательно посмотрим маршрут. Он был действительно очень красивый, вверх идущий. Попробую тоже что-нибудь поснимать. А то ехали вчера, уже было темно, но фига толку не видно. Да и торопились найти место, где встать. Оказалось, все просто. Действительно, прямо рядом с дорогой. Отличный просто бывший пионерский лагерь, а ныне кемпинг. Причем в сентябре уже никого на нем не было вообще. Ни одни души. Гигантский кемпинг и весь на распоряжении. Сюда. Так что теперь наш путь вновь вверх в гору Айпетри. Поворотики такие же, как и в другую сторону. Ну, какие глыбы обвалившиеся. Смотрите, вот там обвал был. Сейчас относительно недавно. Видите? Ну, мы когда ехали. Ну, он уже был, конечно, да, но тем не менее. Периодически дорожка обваливается. Вот, ну, конечно, дорожка у них по-прежнему вызывает легкий испуг. Название шоссе. Это вот Бахчисарайское шоссе. Опорнив запасы воды в горном роднике, продолжаем наше восхождение. Восхождение на колесах — это то, что надо. Так вот лучше всего подниматься в горы. Это самый правильный вид подъема на гору. На шоссе имеются небольшие ямки. Кстати, я уже видел несколько машин, меняющих запаски. Такие вот пироги. Это Ялтинское шоссе. Ялта, Бахчисарай. Ну вот, ночевали мы на высоте 400 метров. Там 360, даже что-то около того. А сейчас мы опять забираемся на высоту 1200. 1196 максимальной точки. Ну вот мы заехали на плато Айпетри вновь. Или Яйлу Айпетри. И везде красивые виды открываются. Это подъемник какой-то горнолыжный. В общем, тут вот еще и на горных лыжах весьма зажигают время.
Вот, похоже, люди собирают различные травки. А вон лаванда, горная лаванда. Ну, в общем, наше путешествие по Яйле продолжается. Вот уже и купола военных. Как нам объяснили. А вот они звучат петли. Слушай, красивые цветы, забыл, как они называются, но не очень красивые. Тут горные цветы какие-то, смотрите. Ух, какие красивые. Красивый выход породы, так сказать, да? Красота. Облака набегают на гору. Даже видно. Сидим опять в кафе. С кабанчиком. На входе с названием Хобан. И опять четвертое мясо. Так уж оно нам понравилось, что мы второй день подряд его здесь кушаем. Ну, благо проездом сейчас будем как раз спускаться. Очень хорошее заведение, очень понравилось. Женя, сдачи возьми свои. Всем рекомендую. Прямо на горе это. Сдачи забыл. Вот такое вот баранинка на кости. Мягкая, сочная, вкусная. Обалденная. Ва, кабан. Ну ты меня на свой телефон быстренько щелкай, раз мы наш забыли. Сейчас фоткаю. В очередной раз очень вкусно покушав на Ипетре, мы спускаемся вниз, сваливаемся, так сказать, с горы. Теперь мы едем в сторону Ласточкиного гнезда. Благо, оно все равно будет по дороге. Махарточки висят. Сегодня вид с той же горы. О, какая красота. На сей раз мы над облаками. Облака. Наползают на гору Айпетри. Прям таки тарани ее. Люблю горы. Отличные виды. Пинковка. Вот наш побитый слегка с подоторванным бампером экстрейл задним. Красивый отличек. Побрежу. Здание само по себе. Да и виды. Оттуда ого-го. Да. Эти там пушистые. И шишки. Шишки. Пляж санатория Курпаты. Раньше был абсолютно закрытый. Теперь действительно можно искупаться. Российские власти сделали это возможным. Просто это был украинский. Здесь потрясающий пляж, мелкая галька, очень прозрачная вода. Красиво. Вот это санаторий Курпаты. Неизменные кошаки. Санаторно-курортный кошак. Думает заснуть или что сделать. Пузо набито. Кошмар. Святой. Чуть-чуть.
что снимаю, что не знаю. Красиво. Ну, 1200 ступенек. Вот оно, ласточкино гнездо. Нет, на солнце. Вот оно. Мы дошли до этого самого ласточкиного гнезда. Раньше это был ресторанчик. А теперь? Музей вроде. Нет. А, я думал, можно внутрь пойти, но там ничего. Это выставка. Выставка картин, да неинтересно. О, красота. Ну вот и оно, мы до него добрались. Ух, какие тут. Вот по одной из легенд, тут где-то есть пещера затопленная, в которой спрятали сокровища. И дайверы ныряют тут в ее поисках. Ну, безусловно, памятник чайки. Молодая, здоровая. Угу. А вот та самая Петри, с которого мы смотрели, да. А вот треугольный приемник канатной дороги. Вон то вот зубцы и Петри. Вот. Вот оттуда мы только что спустились вниз. Красота. Облака. Подвалов с горы сделан на крыше Севастополя. Может быть, типа туннеля. Прикольное место. Вот такой вот туннельчик. Ну вот мы подъезжаем к Севастополю. Скоро будем уже у моих родственников.